Внимательно слушайте, дети, историю грустную эту. Случилась она на Кавказе. Мам, это скворцы поют? Что, сынок, тебе спать не дают? Что ты, мама, так радостно мне? Птицы мне говорят о весне. Скоро Пасха, сынок, праздник светлый. Мы не готовы к Пасхе, мы не одеты. Нет ни хлеба, ни ложечки каши. Ох, не веселые праздники наши. Мама, мамочка, ты не грусти. Ты устала, ты отдохни. Я не голоден, все хорошо. Наши праздники будут еще. Хлеба нет, еще не беда. В этом доме будет еда. Горе матери, кто бы помог? У нее болеет сынок. А тем временем и тут, и там Христославы идут по домам. Весть счастливую людям несут, славу Господу Богу поют. А хозяева ждут у дверей Христослава веселых детей. В доме гости великая честь слышать рады пасхальную песнь. Два села мы уже пошли. В дом один мы еще не зашли. Там же очень бедные люди. И бедные гостями мы будем. На что, если им нам нечего дать? Мне стыдно тогда нам опять. Тетя Таня там с Петькой живет. Сын болеет ее, не встает. Но если мы их обойдем, то, знаешь, мы презираем их дом. Да и так неудобно. Как быть? Этот дом нам нельзя пропустить. А давайте мы к нему подойдем, и для них мы тихонько споем. Я, признаться, ребята, устал. А давайте гостинцы поделим. Есть хочу, я дышу еле-еле. Да, гостинцы поделим сейчас. О, как много гостинцев у нас. Будет так, мы еще отдохнем, а потом в дом Татьяны зайдем. Разделили гостинцы ребята, порезвились мальчишки чуть-чуть. Затянули веселую песню и отправились заново в путь. Вот и домик несчастной Татьяны. Постучали к хозяюшке дверь. Затянули веселую песню. Постучали к хозяюшке дверь, на пороге стоят Христославы, и у вас в доме праздник теперь. Мир светлый дому вашему, поклон наш до земли, благу весть сегодня мы в дом ваш принесли. Поем же радостную песнь. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! О, пойте же, я подпою. Иисус Христос воскрес! Аллилуйя! Добром своим вы нас согрели, вы радость подарить сумели.
живет и дарит нам любовь. Возрадуемся, нас призывает он, чтобы в ответ благодарить вас.